Hello and welcome to Happy English School. И добро пожаловать на очередной урок серии «Английский с нуля 2». Мы уже с вами много разбирали про согласие. Сегодня мы будем не соглашаться. Let's open page 90, 90-я страница. Когда в русском языке мы с чем-то не соглашаемся, нам достаточно поставить просто отрицательное слово «нет». Он любит гулять, а мы нет. Ей понравился пирог, а мне нет. В английском языке так сказать нельзя, к сожалению. Нам нужны вспомогательные глаголы. Давайте посмотрим, например, вверху в рамочке, и вам будет все яснее. I don't sing, but my sister does. Я не пою, а моя сестра поет. На канале вообще уже есть видео об этом. Я рассматривала, как глаголы себя ведут в подобных случаях. И я брала мультфильм Zootopia, Зверополис. И вы можете тоже посмотреть, то есть как это все происходит в живом виде. Ну а сейчас просто достаточно посмотреть на сухие, так сказать, примеры. I don't sing, but my sister does. Я не пою, а моя сестра поет. Итак, как мне тут подсказывают, во второй части мы переводим глагол вспомогательный смысловым глаголом, потому что в русском языке у нас нет вспомогательных глаголов. В первой части I don't sing вспомогательный глагол у нас стоял в отрицательной форме. Во второй же части стоит в утвердительной. Don't и does. Дальше. He can play chess, but I can't. Он умеет играть в шахматы, а я нет. Или я не могу. В первой части can – утвердительное, во второй can't – отрицательное. We're ready, but they aren't. Мы готовы, а они нет. В первой части – утвердительное, во второй – отрицательное. She didn't know the answer, but I did. Она не знала ответа, а я знал. В первой части – отрицательное, а во второй, соответственно, утвердительное. And the dialogue. Do you know the answer to question number 9? Ты знаешь ответ на вопрос номер 9? No, I don't, but Charles does. Нет, но Чарльз знает. Why don't you ask him? Почему бы тебе не спросить его? Now you've got 8 dialogues. Write them, and then we'll check. Are you ready? Let's begin. Number 1. Do you have a hammer? No, I don't, but my upstairs neighbors do. Why don't you ask them? 2. Are you interested in seeing a movie tonight? No, I'm not. But Bob is. Why don't you ask him? 3. Can you babysit for us tomorrow night? No, I can't. But my sister can. Why don't you ask her? 4. Have you heard tomorrow's weather forecast? No, I haven't. But my father has. Why don't you ask him? 5. Did you write down the homework assignment? No, I didn't, but Maria did. Why don't you ask her? 6. Do you want to go dancing tonight? No, I don't, but Julia does. Why don't you ask her? 7. Have you by any chance found a brown and white dog? No, I haven't, but the people across the street have. Why don't you ask them? 8. Were you paying attention when the salesman explained how to put together this toy? No, I wasn't. But the children were. Why don't you ask them? And now let's turn over the page. 91, страница 91. My brother and I. Мы с братом. Или мой брат и я. Мы уже с вами писали подобные сочинения, когда вы сравнивали себя с кем-то из своих членов семьи или с друзьями, рассказывали, что они делают то-то, а мы делаем то-то. Сегодня мы проделаем с вами приблизительно то же самое, но уже на более высоком уровне, запасясь, имея те знания, которые у нас есть в багаже. Let's look. In many ways, my brother and I are exactly the same. Во многом мы с братом одинаковы. I'm tall and thin, and he's too. Я высокий и худой, и он тоже. I have brown eyes and black curly hair, and he does too. У меня карие глаза и черные кудрявые волосы, и у него тоже. I work in an office downtown, and he does too. Я работаю в офисе в городе, и он тоже. I'm not married yet, and neither is he. Я еще не женат, так же, как и он. I went to college in Boston, and so did he. Я учился в колледже в Бостоне, и он тоже. I wasn't a very good student, and he wasn't either. Я не очень хорошо учился, так же, как и он. And in many ways, my brother and I are very different. Но во многом мы с братом очень разные. I like classical music,
but he doesn't. Я люблю классическую музыку, а он нет. He enjoys sports, but I don't. Ему нравится спорт, а мне нет. I've never traveled overseas, but he has. Я никогда не путешествовал за границу, а он путешествовал. He's never been to New York, but I have many times. Он никогда не был в Нью-Йорке, а я был там много раз. He's very outgoing and popular, but I'm not. Он очень открытый и популярный, а я нет. I'm very quiet and philosophical, but he isn't. Я очень тихий и рассудительный, а он нет. Yes, in many ways my brother and I are exactly the same. Да, во многом мы с братом очень похожи. And in many ways we are very different. А во многом совсем разные. But most important of all, we like and respect each other. Но самое важное это то, что мы любим и уважаем друг друга. And we are friends. И мы друзья. And you've got on your own part, самостоятельная часть. Compare yourself with somebody you are close to. Сравните себя с кем-то, с кем вы близки. A friend, друг, a classmate, одноклассник. Or somebody in your family, или просто с кем-то в своей семье. Напишите подобное сочинение и вот сравните себя, используя уже вспомогательные глаголы и соединители. So, to, either, neither. That's it for today. Thank you for joining me. Write in the comments your story with your brother, sister, or your dialects from the last page. Practice as much as you can. Like this video. This is the easiest way to say thank you. And subscribe not to miss the next lessons. See you next time. Bye.